То есть объединение славянских народов и Казахстан? Казахстан, нет, Армении деваться некуда. Вот, то есть уже... Вы что, думаете, они кому-то нужны? Они уже увидели. Никол Уваевич это увидел. Ладно, перейдем к Лукашенко. Что так... Лукашенко-то мы что сделали? Что он так на нас въелся? Лукашенко... Что Лукашенко? Ну, даже это его стремление к союзному государству, оно только и остается стремлением. Лукашенко греет зад там, где ему подыгрывают, где его подогревают. Поэтому и много лет пока еще ничего не происходит. Да, конечно, обидно слышать, что Армения никому не нужна, ни Западу, ни Востоку. Вот они там мыкались и притулились к Москве снова. Да? Вот. Это, конечно, обидно слышать. Но, тем не менее, что он прав. Он прав, сказал, это действительно так и есть. Но это спрос не с нас, а спрос с того, кто все это заварил, то есть господин Пашинян. А Пашинян – это не армянский народ весь, это единица. Сегодня она есть, завтра ее не будет. И что будет потом, это уже глаз народа как бы выскажет свое слово. Когда я говорю о том, что он прав в том смысле, что, я же сказал, Пашинян мыкался, он же вроде бы как приходил-то, власть брал. Сначала там что-то он такой более прозападный был, и Лукашенко в этом смысле действительно прав. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь. Что думаете вы? Пишите в комментариях. До новых встреч!